Они залатали плотину. Теперь им нужно заполнить свою кладовую ветками тополей, осин и ивовыми прутьями. Бобры используют ветки не только для строительства. Они едят мягкую ткань под корой. Они заполняют ветками свое подводное хранилище, втыкая концы веток в грязь, чтобы те держались на месте. Погруженные в холодную воду ветки останутся свежими. Они работают день и ночь, чтобы успеть заполнить кладовую. Пока пруды не замерзнут, эти бобры будут трудиться, не жалея сил.